Мы в более чем 2000 километрах от Щелково, в Казахстане. Над головой бескрайнее небо и умиротворяющая взор бесконечная степь. Мы на космодроме Байконур. Приехала съемочная группа телерадиокомпании «Щелково» сюда для того, чтобы увидеть и запечатлеть запуск легендарной ракеты тяжелого класса «Протон-М», которая доставит новый спутник «Ямал-601» на геостационарную орбиту Земли. Целой группировкой аппаратов под названием «Ямал» владеет и управляет компания «Газпром Космические системы». Один из главных телепортов центров управления находится в городе Щелково. Отправить новый спутник «Ямал-601» готовится наша ракета-носитель «Протон». И это отправление обещает быть фееричным. Вот она, белоснежная красавица с мощным названием и не менее мощным весом. 702 тонны, именно столько весит ракета «Протон». И совсем скоро мы станем свидетелями потрясающего зрения. Со стартовой площадки ракета-носитель отправится в космические дали и совершит свою самую важную миссию – доставит спутник «Ямал-601» на орбиту. И вот она, мощь и сила во всей красе – старт «Протона». Яркая вспышка озаряет небо ночного Байконура. Нарастающий с бешеной силой звук, вибрации от Земли проходит через каждую клетку тела. Невероятные впечатления. Через 120 секунд происходит отделение первой ступени. Ракета продолжает движение по заданной траектории и буквально на глазах из видимой превращается практически в мигающую точку. 7,3 километра в секунду. Такую скорость развивает ракета-носитель. Зрелище не оставляет равнодушным никого. На Байконуре я впервые, и я не разочарован. Наблюдать за запуском — это великолепно, фантастика, очень впечатляет. Запуск был великолепен. Протон — это потрясающий аппарат. Ты видишь мощь, слышишь шум, наблюдаешь, как он взлетает, представляешь, как он несет спутник. Все это очень обнадеживает. Как успешный запуск ракеты, так и сам спутник «Ямал-601» действительно имеет очень важное значение в масштабе всей России, подтверждает это и присутствие на смотровой площадке главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Важно отметить, что «Ямал-601» изготовила компания «Thales Alenia Space». Ракета-носитель «Протон» и разгонный блок доставит спутник на необходимую высоту, а дальше «Ямал-601», используя собственные двигатели, достигнет нужной точки 49 градусов восточной долготы на высоте 36 тысяч километров. Задача нового спутника «Ямал-601» – заменить предыдущий «Ямал-202», который верой и правдой служил на орбите более 15 лет. Внушительный потенциал нового 601 заключается в том, что в отличие от предшественника, он будет работать не только в Си, но и в К-диапазоне. Эта зона обслуживания охватывает территорию России, в том числе Калининградскую область, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Срок работы у нового 601 – 15 лет. В соответствии с контрактом, летные испытания космического аппарата проведут сотрудники компании «Thales Alenia Space», давний и надежный партнер ГКС. А уже в октябре 2019 года они полностью сдадут «Ямал-601» заказчику. Пользоваться услугами «Ямал-601» 601 клиенты начнут примерно в сентябре этого года. Это каналы связи, доступ в интернет, телевидение. Важность этого спутника заключается еще и в том, что с его помощью реализуется федеральная программа перехода на цифровое телевидение. Как говорится, процесс пошел, работа ведется, а многолетний труд целой команды дал очередной результат. Мы на этом не собираемся заканчивать наращивание своей группировки. У нас принята программа до 31 года советом директоров, одобренная нашим главным акционером «Газпромом», по которой мы планируем еще запустить до 2035 года 8 спутников на геостационарную орбиту и 6 спутников дистанционно задержанной Земли. Это как бы новый вид деятельности, который мы планируем начать в 2022 году. И при этом решение «Газпром» принял, что эти следующие спутники мы все будем собирать на своем собственном сборочном производстве в Щелково, которое мы планируем начать строить. Эта новость не может не радовать, ведь совсем скоро на Щелковской земле будет работать целый комплекс, где спутниками будут не только управлять, но и собирать их. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Евгений Докукин, телерадиокомпания «Щелково».